Всем привет, с вами Максим. На TapTap сервере появилось обновление игровых автоматов. Завезли новую игру. Называется Flora Synthesis Workshop. Мастерская синтеза флоры. Но сначала в звездочках добавили новые лоты. У нас сейчас ограничение в 150 звезд. Дают сундучок с артефактом и аватарку. За 160 дают 3000 гемов, 170. 20 свитков, 500 гемов. Далее 20 фишек, супер фишек, 500 гемов. 20 арбов, 500 гемов. 15 ядер за 200. 210, 50 перьев. А опять флаг дадут. Это хорошо, за 220. Сундучок со скином. Обычный, нафиг нужен. 240, 4000 гемов. 25 свитков, гемы, 20 арбо, 20 ядер за 280, 290. Сундук с выбором героя свет или тьма, нафиг тоже нужен. И за 300 дадут сундук с артефактом, в котором есть зеркало. 300 очков надо набрать. Сейчас, если я не ошибаюсь, 180 звезд можно набрать за первые две игры, если зачистите все режимы. Первый и второй. И испытания тоже на максимальные звезды. Так, заходим в игру. Здесь что? Ага, мастерская синтеза. Пока ничего нет. Заходим. Я первый раз захожу. Первый раз запускаю. Буду тупить. Поэтому сильно не ругайте меня. Я тут... Тем более тут еще перевода нет и... Пока не особо понимаю. Но эта игра типа собери два предмета в один и улучшишь его до следующего уровня. Вот, например, печеньки первого уровня. Собрав друг с другом две печеньки, получим сэндвич кукис. Печеньки слоеные, типа Орео, только с каким-то джемом. Также еще можно... Все предметы можно собирать друг в друга. Например, здесь пет-кот... типа одежда животного. И их, если собрать, то получим кошачью scratching post, то есть кошачий уголок для когтей. Собираем, все образовывается, и он начинает моргать. Вот эти вот моргающие предметы, из них можно, то есть вот если их собрать, да, из них можно получать предметы. Нажимаем на вопросик, и тут следующие материалы могут быть произведены. То есть будет производиться кустик. Из следующего, пятого уровня, еще два кустика производятся. А, тут только кустики, все понял. Когтеточилка. Из когтеточилки будут производиться кости рыбы и дерево. Доски. Так, когтеточилки тоже, если объединить друг в друга, будет производиться рыбка. Здесь еще, если улучшить. Короче, их предметы нужно собирать. А еще. Fermented dog. Не знаю, что это. Мука? Тесто. Тесто, наверное. Из теста производят печеньку и... Что это, раскатка? Тут уже печеньки производятся, еще печеньки и выпечка. Ладно. Так, три этих собираются. Здесь есть также предметы, которые окутаны паутиной. Чтобы паутина пропадет, нужно синтезировать рядом с ними. Я так полагаю, мне нужно печеньки соединить рядом, и тогда паутина пропадет, да? Нет. А как? Туплю. Need to synthesize to remove it. Synthesize. А как это производится? Все, тупой. Надо, короче, перетащить их куда-то. Все, понял. Рыбки. Рыбки в рыбке. Ну, давайте рыбку. Ага, все, понял. Так, печеньки. Ну, давайте. Здесь вот есть у нас тесто. Нажимаем на него два раза. Получается печенька. Печеньку в печеньку открыли. Так, также слева есть задание. Ордер.
Задания обновляются по ходу раз в сутки. Собрав определенные ресурсы, мы будем получать монетки. Монетки. Монетки — это Workshop Gold Coins. Золотые монеты мастерской. Дальше. Здесь есть Fusion Stone. Камень синтеза. И есть Dry Food. Ну, типа выносливость. А, восстанавливается раз. Рековеры каждый раз. Раз в... Ага. То есть не стоит задерживаться, она сама восстанавливается. Либо можно докупить. Можно 500 игровых... Ага, вот этих розовых игровых монет золотых потратить и получите 50... 50 выносливости. 50 хлеба. Три раза можно купить в день. Окей. Не стоит затупить. Так, не будем. Раз в минуту восстанавливается. То есть мне вот сейчас нужно произвести еще. Нажмем еще раз сюда. Раскатка. Ага. Случайно. Да, один из случайных. Либо раскатка, либо это. Окей. Печенька, печенька, печенька. Вот печенька вот сюда. Можно перетащить. Хорошо. Сюда. Можно перетащить. Сюда. Можно перетащить. Ага. Что это? Ладно. Так, задание слева. Ого. То есть, собрав 4 уровня, мне нужно 8 уровня. Ну, давайте попробуем. А, их нету. Так. Что еще задание? Одежда. Вот задание. Standing order. То есть, еще какие-то задания. А, это, наверное, ожидающие задания. Сначала вот эти нужно сделать, да? Непонятно, что такое Standing Order. Может, разовые. Ладно. Что еще есть? Магазин. В магазине, используя камни синтеза, получите... Пойдете колонну, воркшоп, уровень 2. Ага. Разблокировав второй уровень, вы получите одну звезду. И так далее. До 20 уровня будем отсюда звезды получать. То есть здесь для того, чтобы разблокировать следующий уровень, нужно потратить 650-650-1300 этих камней. И потом разблокировать следующий уровень. 1300 достаточно много. А также есть лодочка, визит. Выберите снаряжение для визита. Здесь перчатки есть. Случайно дает... Случайно выбирает три клетки цели мастерской для посещения и... Получаете материалы к себе. Наверное, так. Магический кристаллический куб. Лед. Магический лед. Выберите 5. Grid to workshop to be visited. Freeze, grid, obtain. Ладно. И часы. Снижает кулдаун. Это тут нужно... Вот, вот эти вот штучки, они производят, выдают нам предметы. И у них есть определенное количество, они могут... Ага, вот написано справа. Production time 30 раз. Вот эта штука может 30 ресурсов произвести. Вот это 27. И вот это 20 осталось. То есть... И потом у них они уйдут в перезарядку. Их нельзя будет отсюда ничего производить. Ладно, давайте попробуем. Так, вот здесь что? Ага, два раза. Отсюда ничего не производится. Соединим. Все, моргают. Теперь это... Ой. Теперь это со снаряжениями всякими. О, ладно. Ну, давайте ткань соберем. Так, хорошо. Теперь цветочки нужны. Цветочки. Где цветочки взять? Давайте цветочки произведем. Раз, два. А и одежда. Еще один цветок. Собрали цветок друг в друга. Еще два цветка. Собираем цветки. Так, вот галочки ставятся. Это то, что вы уже собираете. Да, определенные предметы. Ладно, хорошо. Поставим его в другую сторону. Они нам понадобятся. Так, печеньки. Собрать. Печеньки. Печенек таких больше нету. Так, раскатку. Собрать. Пиццу получили. Рыбку. Давайте рыбку разблокируем. Этих. Вот есть одна. Ага, консервы. Что консервы нам производят? Производят какой-то кусочки сыра? Непонятно.
консерву давайте тоже сюда поставим. И эту сюда поставим. Так, вот эту сюда объединить. Еще одна консерва. А две консервы. Во. Далее cat jelly. Кошачьи джели. Кошачьи джели ничего не производит. Так, это плохо. И она где-то в задании висит. Ага, вот кошачий корм. А, это так много нужно произвести сразу. Ладно, понятно, в сторону его. Также справа еще есть рюкзак. Типа вот сюда убираем и все, и он нам места не занимает. Чтобы не мозолил глаза. Ну и все, больше ничего нет. Давайте дальше поиграем еще. А, что еще? Печеньки. Печеньки. Таких печенек нет. Ладно, пойдем выпекать печеньки. Печенька. Сюда. А, сюда. 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 Чизкейк. Ага. Сырный. Ну нет, это не переводится. Не надо переводить. Так, дальше. Еще. Ага, вот сюда. Пицца с пиццей соединяем. Получили кусочек пиццы. Саба. Еще. Так. Надо разблокировать поля. Нету. Печеньки. Печенек тоже. А, вот печенька. Вот это. И все, больше их нету. Дальше. Давай вот так поставим. Печеньки больше нету. Еще печенька объединить. 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 Далее. Печеньки этой нету. Так, скаталка. Вот скаталка. Кусочек пиццы. Далее. Объединить. Объединить. Их больше нету. Идем дальше. Собираем печеньки. Обычной печеньки нету. Собрать печеньки. Собрать. 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 И еще собрать. Все. Какое-то задание опять получили. Ладно. Ладно, с этими разобрались. Каждый раз, когда вы призываете какой-то предмет, тратится один хлеб. Одна выносливость. Ну, давайте дальше добьем. Печеньки, печеньки. До конца потратим все, что тут есть. Ого, магический кубик выпал. Сейчас мы его будем использовать. Все, ушла на перезарядку. Положим в инвентарь. Отлично, можно положить. Не надо. Пусть лежит, наверное, тут. Да выйди. А, надо ее просто нажать. Так, печеньки объединить. Сюда. Сюда. Этих объединить. Вот этих объединить. Сюда. Сюда объединить. Сюда. Так. И кончились. Печеньки кончились. Объединить. Эти объединить. Вот это сюда, пицца появилась. Пиццу друг в друга, кусочки друг в друга. Еще какое-то задание получили. Так, дальше что осталось? Две печеньки собрать. Сюда, сюда. Все, эти теперь зависли. Они нам больше не нужны. Далее, идем. Поля. Поля, поля. Травушка. Объединить травушку. Объединить. Объединить. Вот так объединить. Так. Это не тот предмет. Это четвертый уровень, да? На следующем, на пятом уровне, будет производиться роза. Нам она не нужна. Но зато вот этот куст нам нужен. Так, окей. Сейчас нужно еще собрать их друг с другом. А, не то. Объединяем. 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 Так, сюда, сюда. Сюда. Туплю. Вот так.
Вот так, вот так. Все, максимальный уровень, и он светится. Он может производить розу. 10 штучек роз можно произвести. Окей, розы тоже где-то участвуют. Оставим. Объединим две розы. Букет. Коробочка роз. Две. Коробочку. Ага, букет тоже где-то участвует. Раз, два. И две последние. Объединить. Букет роз. Все. Ай, исчезла. Окей, так не надо делать. Ладно, пусть лежат тут пока. Понял. Этот крафтовый предмет испаряется. Ладно, пошли дальше. Так, здесь грядки. С грядками мы разобрались. Игровые. Теперь кости. Рыбка сюда. Кость сюда. 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 Так, 40. Осталось 40. Ага, лишнюю рыбку произвел. Лишнюю кость. Ладно, пофиг. Дальше. Теперь рыбки сюда. Сюда рыбки поплыли. Разблокируем все рыбки. Так, получили вот эти штуки. А, вот кость, кстати. Отлично. Все, совпало. Все. Так, объединяем теперь сюда. Консерва. Консервы производят сырок. Нам нужно раз, два, два сырка. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Бубенчики какие-то дали. Давайте объединим их. Кольцо. Колечко. Ничего такого не дает. Ладно, эти пока пусть лежат. Они нам не понадобятся. Далее. Клубочки. Пицца. Это все вот сюда куда-нибудь. Клубочки. Раз. А, магический куб еще дали. Так, бумага. Сюда. А, еще бумага. Ткань. Футболка. Ну, еще произведем несколько. Так, часы дали. Ладно, это мы сейчас используем. Так, штанишки. Окей. Ткань. Бумага. Бумагу объединить. Объединить. Бумагу объединяем, получаем еще какой-то предмет. Объединим. И это... Ага, пиццу собрали. Так, и что? А как забрать? Что-то я не обратил внимания. А, во, комплит. Все, пиццу можно продать, 26. Собрали. Все, пиццы нету у нас. Хорошо, получили 26 монеток. Так, нужна футболка. Футболка. Точнее, накидка. Так, вот это что такое? Путь синтеза. Господи, как много. Далее. Ой, не то. А вот это нужен, 26. Не, не поля, вот за эти. Далее, раз, два. Объединяем. Так, вот сюда разблокировать. Носки дают. А, вот же еще можно разблокировать. Еще одна консерва. А что консервы дают? Сыр. Две консервы объединим. Вот этого вытащим. Так. Это объединить, объединить, объединить. И вот эти объединить. Pet milk. Молоко для животных. Не пойдет. Оно никуда не годится сегодня. Так, далее. Еще произвести. Футболки объединить. Штаны. Штаны, штаны, штаны объединить. Объединяем. Так, вот тут разблокировать. Вот здесь тоже разблокировать. Объединить. Носки. Носки объединить. Перчатку получили. Ну, вроде как все разблокировалось. Здесь две осталось. Все, больше их нет. Тоже на КД ушло. Здесь 12. У нас 17 осталось. И 11.
Ладно. Так, теперь домик есть, детали. 246 монет, один пудинг какой-то и один корм, и можно будет поднять уровень здания. Produce Fusion Stone. Ага, 36, тут что-то не показано. Час производит камней. Fusion Stone Capacity, максимальная вместимость 100 из 140. Ага, то есть вот эти штуки. Уникальные камни производятся в мастерской. Ага. Ну, то есть, повышая уровень мастерской, будет повышаться количество их выработки, а также вместимость. Ладно. Что еще сделать можно? Пойдемте, визит. Так, кубик. Нажимаем confirm. И идем. Либо в друзья, либо в гильдию. Случайный. Рандомный. Ага, тут у меня никого из друзей нету в этих игр, поэтому нажимаем рандом матч. Матч комплект, совпадение. Вы совпались со следующим игроком. Минск. Минск. Подтвердить. Выберите 5 клеток. Раз, два, три, четыре, пять. Подтвердить. Ага. Окей. Вы... Так, из 5 я забрал 3. И где они? Ага. Объединить. А, вот, собственно, вот их и дали. Ладно, пойдем еще раз подтвердить. Случайный. Какой-то китаец. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так хочу. Вот так хочу. Подтвердить. Один сыр. Ой, одна пицца. Кусочек пиццы. Ладно, пойдем. Теперь часы. Сокращает перезарядку. Случайная. Мини-игра. Это, короче, еще 3 мини-игры в одной игре. Так, следующие правила. Валент кэтч за бананы. Бананы падают сверху. Их нужно собирать, чтобы получить очки. После того, как игра закончится, очки даются в количестве собранных бананов. Один банан. Здоровый банан плюс 5. Бомба минус 3 секунды игровое. Так, клик старт. Окей. Раз, два, три. Старт. Ага, его надо двигать. Собираем бананы. Воу-воу-воу-воу, как-то близко. Воу-воу-воу-воу, очень близко. Все, понял, ты очень нежный. К тебе близко нельзя подходить. Да хорош! Бананы, бананы. Ну ладно, тут достаточно быстро можно проводить. Блин, ладно, понял, 170 очков. Снижение собственного перезарядки на 10 секунд. Снижение перезарядки абонента на 10 минут секунд. Ой, на 10%. Здесь убавилось КД. А, лучше, конечно, все потратить, чтобы сразу же у всех КД сократить. Ну ладно, давайте тогда добудем еще предметов. Все, добыли. Объединяем. Раз... Два, три, четыре, пять. Так, надо, короче, оставить поодиночке их. А остальные синтезировать. Объединить, объединить. Вот этот цветок нигде не участвует. Хорошо. Штаны. Штаны, вот так вот все сделать. Ну, довольно-таки интересно, конечно. Так, что здесь будет производиться? Ага, дерево. Ну, давайте эти. Еще осталось 3 штуки. Все, нет, не хватает. Объединить. 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 Кусочки сыра объединить, объединить. Пицца готовая. Пицца готовая тоже где-то используется. А, 3 пиццы нужно собрать. А потом еще круче пиццу собрать. Нифига, какое задание. Standing order — это, походу, задание, которое прям вообще в долгую один раз
А это ежедневные. Short term. Да, это краткосрочные задания. Наверное, ежедневные. Блин, ну тут, короче, играть и играть и играть. Давайте купим. За... А, 50 воркшоп. Окей. У тебя не хватает. Хотите ли потратить гемы? Ну, хочу. Потратили гем, 51. Так, произвели все. Перчатки дали еще. Произвели рыбы. Собрать, собрать. Рыбоньки. Объединяем. Так, закончилось. Объединить. Консерва. Давай, сырок нам. Сейчас будем сыр объединять. Объединить. Колечко. Объединить. Ладно, еще какой-то предмет дали. Все. Так. Ну, сейчас, если консерва потратится... Ладно. Все, консерва потратилась. Объединить. Кольцо. Объединить и в цветок. Цветок. Что будет следующее? А, украшение. И украшение потом идет в... Какое-то еще больше украшение, которое нам не нужно сейчас. А нужно будет 0 из 3, 3 штуки собрать. Долго. Ладно, дальше. Миски. 3 штуки. Все, на перезарядку ушло. Видимо, это 3 производственные, которые не тратятся. Так, объединить. Ну и что-то как-то пока все, да? Вот так. Дерево. Так, пока что все. Идем, потратим еще перчатки. Подтвердить, случайный. Так, здесь memory card, то есть карточки на память. Нужно перевернуть и найти дубликаты. Нашел. Ой. Вот эти два. Вот этот вот здесь. Тут надо бы записывать. Так, черепок. Вот так. И вот так. Так, следующие предметы были найдены. Одна грядка. Ну, ё-моё. Так, где грядка? Грядка, у которой тоже перезарядка. Объединили две грядки, пошли дальше крафтить. Что они нам даст? Ничего не дадут. 40 зато предметов можно произвести. Пошли производить их. Так, все, места закончились. Объединяем. Объединить между собой. Объединить цветочек. Сюда объединить. Не так, вот так. Вот так. Клумбу объединить. Максимальное. Окей. И ты тоже можешь производить розу. Ну-ка, розы что из себя представляют? А, точно, я уже забыл. Ладно. Дальше. Произвести. Объединить. Объединить. Друг с другом объединить нельзя. Окей. Что, грядка? Еще 16 можно. Магический куб. Блин, ну короче, тут игра... Вот если у вас очень много свободного времени... Прям, ну, очень много. Ой. Берете, садитесь и играете. Ну, все. Все, да? Вроде бы все. Все, задание не получилось тут толком сделать. Пошли еще. Есть два кубика. Случайные. Раз, два, три, четыре, пять. Выбрать. О, 4 предмета. Хорошо. Объединить рыбок. Консерва. Это хорошо. О, домик тоже можно перемещать. Прям в дальний угол, чтобы не мешался. Дальше еще один кубик. Случайный. Раз, два, три, четыре, пять. Забрать.
Окей. Что нам дали? Туалетную бумагу. Кусочек пиццы. Объединить. Еще раз объединить. Торт. А что следующее в торт? Ага. Это нужно объединить столько тортов. Тортов. Короче, вот в итоге поковырялся весь день. Ну, я не знаю, это нужно столько потратить. Их можно еще, кстати, продать. Каждый из предметов можно продавать. Но я хотел бы улучшить. Мне нужно монетки, тортик один и корм. Но это вообще не скоро. Короче, пока все. В общем, поиграл один день. Заходи завтра. Во, клумбу надо еще одну собрать. То есть это вот этих понакрафтить. Ну-ка, давайте попробуем. Ты же не пропадешь? Ты же у меня... Да, не пропадешь. Окей, собрать. Объединить. Так, три собрано, да? Где-то тут было задание на три, да? Во, задание на три. Собрать 520 и 30. Забрать. Отлично, 30. Что оно мне дает? Тут еще место можно купить. Понятно. Но не ну. Ой, что-то у меня потратилось. А, я их отдал. Все, окей. Все, задания одни убавились. Капец тут задание. А, вот, дальше появилось следующее задание, да? Что нужно собрать 6 штучек и 1000 монеток получим. Так, 520. Ну-ка, идем сюда. Улучшить не хватает. Так. Ну и вроде как все пока что. Консерва. Ну, две, давай, все. Кончилась консерва. Сережки. Ткань. Вот это все просто производить. Никуда не понадобится, да? О, собрать. Да пофиг, собирать. Носки. А, носков нету. Трусы. Рубашка. Две рубашки. Во, сразу же два задания сделал. Отлично. А, блин. Ну ладно, забрать. Все, понял. Только одно можно выполнить. Торты. Никуда. Букет роз. Короче, все потрачу. Во, букет. Объединить. Я вам сейчас тут все объединю. Украшения. Во, максимальное. Готово. Что еще можно объединить? А, все, ничего. Ну и пока что все, 720. Дальше нужно накопить, видимо, предметов вот этих. Улучшить для того, чтобы мастерскую улучшить. Выполнять задания. Да, все, что вот, вот так уберем. Ага, понятно. Это не будет отмечаться тогда здесь. Ну и ладно. Так, магазин. 30 монет, 30 штучек, 30 всего лишь. Поиграл, покрафтил все это, потратил гемы. Сколько? 1000 гемов потратил. И только 30 заработал. Ну, тут нужна игра в долгую. Вообще прям очень долго. И перезарядка. А, еще перчатка есть. Давайте еще потратим перчатку. Так. Так. Так, вот где-то здесь был. Не было. Вот этот здесь. Нет, забыл. Ну тут нежить. Забыл. Тара. Вот этот здесь. Вот этот здесь. Ну вот так. Тара. И вот эти. Собрали ерунду какую-то.
костяшки собрать, объединить, рыбка, все. Вот теперь точно все, конец. Еще 20-40. Восстанавливается. Где справка? Справка. Капец, справка. Да тут даже справка не нужна. Короче, заходите сюда периодически и будете улучшать свои мастерские всякие. Ой. А мастерскую домик можно брать? Нельзя. Все. Всем спасибо, кто досмотрел эти полчаса игры вот в эту, блин, фьюжн этот. Сбор, синтез. Собери два в ряд. Все, всем пока.